Первая торжественная часть вечера началась с обращения директора электростанции Олега Косменюка к коллегам. В поздравлении он поблагодарил сотрудников за преданность профессии, сказал теплые слова ветеранам и обозначил планы на будущее. Одни из лучших сотрудники Рефтинской ГРЭС в этот день были удостоены правительственных и отраслевых наград. По традиции, торжественная часть праздника завершилась гимном Рефтинской ГРЭС в исполнении ведущего солиста Свердловского государственного театра музыкальной комедии, заслуженного артиста России Николая Копленко и учащихся детской школы искусств. Во второй половине праздника с Днем энергетика рефтинцев поздравили звезды российской эстрады Наталья Сенчукова и Виктор Рыбин с группой «Дюна», подарившие зрителям свои хиты, искрометные шутки и зарядившие энергией праздника собравшихся. Заключительным красочным аккордом вечера стал салют.